Больше 90 строений повредил и уничтожил пожар в Костанайской области. Как сообщили в оперативном штабе Министерства по чрезвычайным ситуациям, специально созданная комиссия подсчитывает нанесенный ущерб. Почти 2000 человек вывезли из опасной зоны, эвакуировали людей из сел Лесное и Калинино. Покинуть свои дома пришлось и жителям Аман-Карагая и Озерного. На данный момент проводится перегруппировка сил и средств на защиту села Баганалы. Спасатели все еще пытаются остановить пожар, тушат его не только с земли, но и с воздуха. Согласно последней оперативной информации, производится тушение на 5 участках. Воду вертолеты берут из естественного водоема, который находится в 25 километрах от пожара. С момента начала тушения они провели 93 сброса воды. По данным Казгидромет, на территории Аулиекольского района в ближайшие дни сохранится высокая температура до 28 градусов. Скорость ветра до 9 метров в секунду. Местные исполнительные органы разместили эвакуированных в местах в местных учебных заведениях, обеспечили их питанием. Сейчас в пунктах находятся 66 человек. Все остальные вернулись в свои дома, либо были размещены по родственникам.